Проекты, контракты и перспективы. Региональные точки роста экономики президент Беларуси сегодня обсудил с губернатором Приморского края России. Олег Кожемяков в качестве руководителя разных субъектов федерации уже 6 раз посещал нашу страну. Нынешний 7-й визит стал логичным продолжением регионального контакта Беларуси и России. Этот эффективный формат работы последние месяцы был на паузе из-за коронавирусных ограничений. Однако экономика берет свое, даже крепкие связи требуют постоянной надстройки и развития. Перспективы с Приморским краем в технологиях, услугах, совместных проектах. В частности, белорусские специалисты готовы принять участие в строительстве космодрома «Восточный». Если вам нужна будет помощь, которую мы можем вам оказать, ну, вы знаете наши возможности, мы всегда готовы подключиться, начиная с вашего первого такого знаменитого места, где строится космодром «Восточный». Мы очень внимательно сейчас подойдем еще раз к этому объекту, и президент меня просил посмотреть. Мне хотелось бы поучаствовать в строительстве этого космодрома и показать наши возможности и на что способны белорусские строители. Я готов перебросить туда трест, а может быть и два. Главное, чтобы мы договорились о сотрудничестве, и многое-многое мы можем сделать на этом космодроме. Притом по ценам и качеству нас там вряд ли даже японцы превзойдут или корейцы. Поэтому я вот начиная с этого объекта, я и хотел побывать, если мы договоримся там, посмотреть, как начнут работу наши строители. Ну и до Камчатки посетить этот регион. Большая делегация из Приморского края за 2 дня успела поработать в Могилевском и столичном регионах. Команда профильных специалистов по ключевым направлениям посетила с десяток крупнейших предприятий. Точки регионального роста найдены. Прямое торгово-экономическое сотрудничество нашей страны с регионами России – давняя и эффективная форма работы. Еще одним импульсом к развитию такого контакта станет форум регионов Беларуси и России. Он пройдет в Минске уже на следующей неделе.